«Вы только посмотрите, это чё за габариты неравные? Этот здоровяк в 3 раза больше весит. По взгляду у шумастера уже видно, что он 10 раз пожалел, что вышел на бой против большого папы, он же Денис Вильданов. Как Андрей собирается пробивать эту свиную рульку, мне лично непонятно. Мне кажется, это не тот случай, когда большой шкаф громко падает. Ой, как же жестко он его уронил, еще и придавил всем весом. Не завидую я Ефимову. Эта огромная туша еще и пытается выйти на болевой прием. Видимо, он не только мастер по поеданию хинкалий, но еще и что-то умеет в борьбе. Попытка болевого была неудачной, и они вернулись шайтанить в стойке. Большой папа схватил крепко Андрея в клинче и подготавливал бросок. Бам! И после такого ринг чуть не сломался от такого жесткого броска. Он его вырубил наглухо одним броском. Вот это мощь! Ушу мастера еще долго приводили в чувство, и уходил он с ринга при помощи кентов.